Всем привет! С вами Крюшик Дэй. И сегодня мы будем делать микс слайм. Мы слежаем вот эти все радужные слаймы в этой посуде, в емкости. Да. В стеклянной емкости, да. Да. Итак, ну что, Аринка, начнем? Да. Я хочу первый с вот этого слайма. Давай. Я хочу зеленого большого вот такого. А мне нравится вот этот такой какой-то эликсир волшебный. Я вот сюда вот положу. Это какая-то волшебная жидкость. Итак, первый слайм я выбрала голубой. Посмотрите, какой он красивый. О, папа, посмотри, Зарина! Вау, что это такое? Это какой-то такое? Камень волшебный или это золотишко? Это моё, мне же оно выпало. Вот такой вот классный слайм. Давай его в нашу стеклянную емкость. Ой, да, смотри, оно живое, как живое. Это сопли. Так реально, оно как будто бы живет. Не, мне это похоже. Слушай, на... так прикольно его щупать. Да. И цвет у него как у облачка. Да, небо. Ну и как у моря. Да, там мой слайм вот такой, то он густой, он как пластилин прям, смотрите. А у меня такой же, только побольше, смотри. О, точно такой же, да, у меня поменьше. Я его смешиваю с Арининым слаймом. А в центр. А знаете что? Сбоку. И в центр я положу вот наше золотишко. Угу. И даже упакую вот так вот. Смотрите. Класс. Аринка, какой у нас следующий слайм? Вот такой вот зелененький. Кстати, мой любимый цвет. Там динозавр. Сначала выложи его сюда. Покажи, что это такое. А потом будем смешивать с остальными слаймами. Динозаврик. Класс. Ой, смотри, он реально живет, перемещается. Смотри, смотри. Я не могу от слайма оторваться, да? Да? Его хочется трогать и трогать. Мацать и мацать. Здесь есть похожие с блестяшками. Вы знаете, я вам скажу, оно так приятно холодком. Давай его смешаем, только без динозаврика. Папа, псарьон, он не смешивается. Ладно, давай положим. А не может быть, а ну давай, ложим, мешаем. У нас пока какая-то сопли получается, что ли? Не, ну почему же? Это у нас получится радужный рейнбоу слайм. Рик, сейчас я достаю. Какой красивый цвет. Да, вот этот вот волшебный слайм. А можно пощупать? Напоминает какой-то эликсир. А можно пощупать? Конечно. Он очень похож на вот этот большой зеленый. Да, а может это тот же, только другого цвета? Я его сразу в наш микс. Вау, наш микс уже растет. Да? И, кстати, вы заметили, тут радуга, папа. Как круто получается. Да.
можем оранжевенький, он такой красивый. Персик, абрикосовое варенье, да? Мне кажется... Он самый густой. Он без запаха. Давай его. Вау, какой у тебя большой, я тебе хочу помочь. Да, большой. Какой. Папа! Он вообще не такой твердый. Да, как... Смотрите, как мыло. Хватало бы и желтого цвета. Да, пап? Да. А это у нас желтый цвет? Да, и зеленых блесточек. Ну, это какой-то, я не знаю, лимонный больше. Это и надо добавить и желтеньких блесточек. И серебряных. Ого, сколько много желтых. И кто будет стол оттирать? Не я. Ну-ну. И так давайте добавим вот такие вот синие блесточки. Они такие красивые, как будто кусочки синего печенья. Давай. Печенья много не бывает. Так, все у нас там уже, да? Да. У нас получился такой обалденный миксованный слайм. Такой большой. Но он, знаете, вот каждая часть, она чувствуется по-разному. Абсолютно разный состав. То есть где-то более густой, где-то более редкий. Да, абсолютно непредсказуемый такой миксованный, как будто бы он живой слайм, Дарина. Да. Смотрите, он сам выползает и ползет к камере и говорит: если вам понравился ролик, то поставь лайкосик. И не забудь подписаться на наш канал. Поставь лайк. Вы знаете, смотрите, какая у меня рука. Это рука пузырик, Халка, тут да? Тут пузырик, ты лопнул пузырик. Нет, смотрите, это... Нет, я лопнул пузырик. Это рука липучего человека. Пап, можно я так сделаю? Папа! Реально! Папа, дай я 5. Так хочу сделать. Так классно! Попробуйте это. Это реально классное ощущение. Такое ощущение, что ты другой... Что да, у тебя рука реально больше стала. Арина, как... футболки подальше, пожалуйста. Да, только давай. Стол не знаю, как мы будем отбивать. Но он тяжелый. Я вам скажу, он весит где-то сейчас... Это как луна. Ну, килограмма 2 точно. Может, даже 3. 3 килограмма весит. Серьезно говорю. Аринка, давай, держи. Помогите ему. Какой тяжелый. Давайте его растянем. Давайте. Только не на себя. Вот так. Какой классный. Вау, такой большой. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Ждите наши новые видосы. Кто последний, тот убирает.